Мы находимся еще пока на Азорах. Сидим в аэропорту и слышим, как объявляют: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Действительно, прямые самолеты летают в Нью-Йорк, и мы уже близко до Америки, всего 1600 километров и в Нью-Йорке. Здесь даже находится военная американская база. Поэтому можно говорить, что за эти сутки, вот сейчас я начинаю этот полет, да, я пролечу полмира. То есть начну на Азорах, вот в 11 часов вылетаю сегодня, 7-го. Потом мы долетаем до Лиссабона, через 5 часов в Лиссабоне лечу в Мюнхен. В Мюнхен прилетаю ночью, в 12 часов ночи, 7 числа на 8. Через, получается, полсуток, в 2 часа дня 8 вылетаю в Стамбул. Это уже Азия, считай, да? Долетаю до Стамбула, и там опять 2 часа с половиной. Вот я боюсь, успею ли пересесть. И потом сажусь 8 числа на самолет до Челнов. Туда я должна прилететь уже в 1 ночи 9 числа. То есть, получается, я лечу в течение 2 суток, 7, 8 и 9 ночью прилетаю. Не знаю, что? 4 самолета? Да, 4 самолета. То есть, конечно, уже начинается мандраж такой, как я все это успею и как у меня организм справится. Потому что сейчас вот шла по аэропорту. Американец сидит на полу, бледный, за сердце держится. То есть ему этот перелет дался, видно, не очень легко. Не знаю, как для меня он пройдет. Переживаю. Всем привет, Азор!